Приготовьтесь к межзвездному путешествию с Alien Rommel, эпопеей, что ведет нас в происхождение инопланетной саги. Как третья часть серии «Прометей», ведущей к фильмам об инопланетянах, Alien Rommel поможет расставить все точки над «и» в событиях, приведших к страшным встречам, которых мы боимся. Приготовьтесь к впечатлениям. У нас есть информация о блокбастере, которая вас поразит. Созданный в 1970 году Ридли Скоттом, сериал «Чужой» обращал внимание на опасный танец Эллен Рипли с ксеноморфами. После последнего появления Рипли в «Чужом воскрешении» Прометей обновил серию в 2012 году, а затем был «Чужой» — «Завет» в 2017. Несмотря на различия в режиссерах, оригиналы «Чужого» сохранили связанную сюжетную линию, пока приквелы Скотта не внесли сложности в общее повествование. В основном внимание сосредоточено на битве Рипли с ксеноморфом в начальных фильмах, но исследование Скоттом происхождения видов Прометея и «Чужом Завете» изменило траекторию франшизы. Приквелы Скотта, несмотря на амбициозность, не смогли передать суть оригинальной серии, создав беспорядок в каноне «Чужой». У «Чужого» есть плюсы и минусы, но когда он на пике, это непревзойденная инновация в научно-фантастических ужасах. У этой отдельной части «Чужого» есть возможность элегантно вписаться в историю приквелов Скотта, замкнув полный круг фильмов франшизы. Детали предстоящего фильма «Диснея Чужой» ограничены, но они раскрывают связь фильма со всеми фильмами франшизы. Фильм под названием «Чужой Rommel» описывает группу молодых людей, которые сталкиваются с ужаснейшим существом в далеком мире. Вот оборот, он не связан с другими фильмами «Чужой». Эта независимая история происходит между первым и вторым фильмами. Представьте это как свежий взгляд, отстранившись от сюжета вокруг Рипли. «Чужой Rommel» стремится изменить и решить проблему преодоления наследия Рипли, за которым следили уже некоторое время. Эллен Рипли, звезда первых четырех хитов «Чужого», оставила след в этой серии, что сделало продвижение «Чужого» сложным. Но не бойтесь, «Чужой Rommel» остается идеальным. Стратегически расположенный между «Чужим» и «Чужими», этот ход исключает шанс возвращения Рипли. Текач находится ужасающий криосон. Пробуждение для ксеноморфных приключений, бесцельно паря в спасательной капсуле, ее возвращение вступает в противоречие с временной линией «Чужих». Хотя некоторые желали бы снова видеть Рипли, расположение фильма на временной шкале делает это невозможным, не перевернув с ног на голову сагу о «Чужих». Alien Rommel предлагает интересное исследование 56-летнего промежутка, которое еще не исследовано во франшизе. Углубляется в последствия оригинального фильма или события, приведшие к «Чужим», сохраняя связь с классикой. Alien Rommel представляет звездный актерский состав, который придает загадочность ролям. Кейли Спани, первая актриса, объявленная в ноябре 2022 года, сыграет главную героиню, черпая вдохновение из культовой Эллен Рипли Сигурни Уивер, Дэд Джонсон из «Индустрии», Арчи Рено, Изабелла Мерсет из «Розалин», Спайк Ферн, Бэтмен Эйлин Ву играют в фильме, хотя о их персонажах мало известно. Ридли Скотт уступил место режиссеру Феде Альваресу, создателю перезапущенных «Зловещих мертвецов» 2013 года и захватывающего фильма «Не дыши». Несмотря на то, что Скотт не режиссирует, он остается главным продюсером, и его творческое влияние определяет взгляд Альвареса на фильм. «Чужой Rommel» был официально объявлен в марте 2022 года и привлек внимание всего кинематографа. И только в ноябре же года было сохранено название. Фильм является эксклюзивным сиквелом для Hulu, добавляя новый элемент во франшизу «Чужой» под умелым руководством Феде Альвареса. Рабочее название «Чужой Rommel» появилось позже, подготавливая начало производственного пути, завершившегося в июле 2023 года. Отметьте дату. 16 августа 2024 внеземное приключение приземлится. Появление даты выхода в середине 2023-го после шутливого тизера от Федерико Альвареса, фото с возвращением культового фейсхаггера около саней. Alien Rommel не раскрывает трейлеры, но ожидание накаляется. Будьте готовы, обратный отсчет до старта маркетинга начнется в середине 2024-го, а может быть и раньше. Спекуляция бурная, ажиотаж нарастает, и в то время, когда маркетинговый двигатель набирает обороты, Alien Rommel готовит для вас межзвездный опыт. Такой, как еще не было. Несмотря на долгое ожидание, не забывайте оставаться в курсе, просто нажимая на колокольчик. Берегите себя!